Доброй ночи всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, уже 18 августа. В районе 10 часов вечера по Харькову был нанесен ракетный удар по многоэтажному общежитию. Оно полностью уничтожено. Есть люди под завалами. Сообщают о том, что очень много жертв. На данный момент известно о 7 погибших и десятках раненых. Сообщают, что по предварительной информации ракетный удар был нанесен крылатыми ракетами морского базирования типа «Калибр». Об этом сообщил директор облдепартамента гражданской защиты Иван Сокол. По его словам, в здании проживало более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети. Также известно о том, что в доме проживали глухие люди, инвалиды, которые даже не слышали звука сирены. Кадры происходящих событий есть в моем телеграм-канале. Вот, ссылка на него будет в закрепленном комментарии под видео. Я всем желаю мирного неба над головой. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новую информацию. До встречи, всем пока.